Настасья Самбурская накинулась жесточайшей критикой на ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят». Актриса обнародовала частную переписку с редактором передачи и обратилась к друзьям, чтобы те не ходили на съемки. Настасья Самбурская выяснила, что про нее хотят сделать очередной выпуск скандально известной передачи Андрея Малахова «Пусть говорят». На своей страничке в социальной сети Instagram Самбурская опубликовала изображение переписки с человеком, представившимся редактором ток-шоу. Причем на отказ Настасии участвовать в съемках этот якобы сотрудник передачи отреагировал язвительно. По всей видимости, это и возмутило взрывную Самбурскую. «Вы, подонки, питающиеся горем и личной жизнью, которая, на мой взгляд, неприкосновенна. Если сам человек только не хочет о ней поведать во всеуслышание. Оставьте в покое моих подруг и родственников», — с возмущением написала в подписи к изображению Настасья. Как сообщила актриса, редакторы «Пусть говорят» активно связываются с ее близкими, чтобы те посетили съемки передачи, посвященной ей. «Они обзванивают моих друзей и говорят, что я там буду, вводя при этом их в заблуждение. Ребята, ни в коем случае не ходите к ним на эфир. Я ни за что там не появлюсь. А если вы явитесь, то перестанете для меня существовать», — пригрозила Настасья. Актриса пытается понять, чего от нее хотят сотрудники передачи Андрея Малахова. «Что вам от меня надо? Вам мало сюжетов про извергов, издевающихся над людьми и прочих куриц, которым есть чем похвастаться? Зачем вам моя жизнь, уроды? Я работаю и никого не трогаю, не насилую котят и не устраиваю пьяных дебошей, а хамлю лишь тем, кто ведет себя не самым достойным образом со мной», — заявила актриса. Подписчики быстро отреагировали на сообщение Настасьи и выразили ей свою поддержку. Ставьте лайки, дизлайки, делитесь видео с вашими друзьями, пишите свои комментарии и подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и актуальных новостей.